Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Сегодня в серии, ребята, мы будем открывать очень много наемников, которых я накопил. Но давай все будем делать постепенно. Так, заберем, во-первых, вот эти вот награды. Гоблин зеленый выпал, неплохо. Так, на этапах. Что у нас на этапах? Покажите мне, пожалуйста. Ага. Забрали. Так-с. Налет. Ну, в принципе, я, наверное, успею один налет сделать. Энергии не так уж и много, но тем не менее. Поехали. Сделаем, само собой, симуляцию. Где я проиграл? Очень интересно. Получилось. Так, заберем здесь награду. Ну, наверное, вроде бы как и все, да? Ну, в принципе, да, можно идти. Так, 2800, у меня не хватает. У меня 2729. Так, по-моему, на войне я участвовать не могу. А на битве альянсов, насколько я помню, у нас сейчас идет защита. То есть я даже атаковать не могу. Сейчас я перепроверю. Так, на арене. Да, ребят, на арене у меня все использовано, все очки. Это я, видимо, еще вчера ночью. Так, война альянсов, секретный удар. Ну да, да, ничего такого у меня нету. Поэтому, ребята, я пошел открывать персонажей. И первым это будет у нас Броун. Герой мир био, поддержка гамма. Ну, он мне почему-то напоминает, ребята, человека Халка. Ну, почему его звать Броун? Ну что ж, вербуем. Скорее всего, он с планеты, там же, где и женщина Халк. Наверное, он что-то типа оттуда. Ну что, у нас получается, наносит основной цели 100% урона. Это, ну, стандартная обычная атака, да? А здесь наносит основной цели и ближайшим целям 110 урона. Копирует и снимает один положительный эффект, кроме провокации, с каждой цели. Во время войны эту атаку нельзя заблокировать. Вот такой вот у нас, ребята, новый персонаж появился. Дальше. Да-да-да-да-да, долгожданный мой призрачный гонщик. Точнее, ребята, это брат того самого призрачного гонщика. Это у нас Робби. Вот так вот он выглядит. Вербуем. Такой крутыш прямо, а. Слушай, три звезды, неплохо. Адская цепь и выжигание. Наносит основной цели 60% проникающего урона. Если цель блокирует, проводит бонусную атаку, нанося 60% проникающего урона. Ничего себе. То есть он бьет и так, еще и блокируемую цель пробивает. А также атакует одну ближайшую цель, нанося 60% проникающего урона. Ну, насколько я понимаю, проникающий урон, ребята, это пробивает сквозь броню. Так получается. Наносит основной цели 60% проникающего урона, наносит основной и ближайшим целям 30% проникающего урона. Накладывает на всех персонажей... накладывает на персонажей и всех союзников, и секретных защитников, и городских мистиков усиление атаки. Этой атаки невозможно избежать, из нее ее нельзя заблокировать. Персонажа, убитой этой атакой, нельзя возродить. Ну, это вообще имба какая-то прям, а, друзья мои. Вот такой вот наш призрачный Эдди. Крутой чувак. Следующий. Антивеном. Герой и город био, поддержка паучьей вселенной симбионты. Угу, вербуем. Фига, он какой ужасный, как он выглядит, ё-моё. Так, ну что, ребята, у него тоже три звезды. Первая способность — это у него коготь смерти. Наносит основной цели 80% урона и с 50% шансом накладывает на него противоположную версию одного случайного положительного эффекта с персонажа. Восстанавливает непризванному союзнику с наибольшими потерями здоровья 5% от максимального здоровья этого персонажа. То есть автодохил. Так, снимает со всех союзников блокировку лечения. Вот это, кстати, хорошо. Потому что у нас в основном сейчас, вот я смотрю, сколько дерусь, первым, что делают, ребята, это блокируют способности и блокируют лечение.
Вот, как мы видим, он может снять блокировку лечения, но в том случае, если на нем не будет лежать блокировка способностей. И в основном всем союзникам 5% от максимального здоровья этого персонажа. То есть нам выгодно, чтобы у него было как можно больше здоровья, чтобы он 5% от своего здоровья хилял нашу команду. Я считаю, что это неплохо, ребят. Ну что, следующий — это Гравитон. Давно я его, ребят, хотел получить, и вот наконец-то получил. Это злодей мир био-сдерживатель Айм. Давай. Угу. 3 звезды. Так, и первая способность, ребята, это вот этот вот гравитационный колодец. Наносит основной цели 80% урона и проводит бонусную атаку, которая наносит 50% урона за каждый отрицательный эффект на цели. Ну нифига себе, 50%. То есть если у нас какая-то цель будет задебафана, да, и, например, на нем там очень много положительных, отрицательных эффектов, он 50% наносит за каждый отрицательный эффект. Ну, это, конечно, это имба, ребят, какая-то. Тоже. Наносит основной цели и ближайшим целям 110% урона. Накладывает замедление зарядов 1 вплоть до 5 на основную и ближайшие цели. Когда среди союзников есть великий ученый, накладывает кровотечение на основную и ближайшие цели. Тоже очень даже неплохо, ребят. Но Гравитон, он считается, по-моему, таким довольно неплохим персонажем. Если я не прав, ребят, поправьте меня в комментариях. Ну что, мистер Зловещий. Вот так он выглядит. Это мутанты, мародеры, поддержка. Вербуем. И у него, я смотрю, 3 звезды, друзья мои. Первая способность — это псионический луч. Наносит основную цель 90% урона и дополнительно 25 урона за каждого неклонированного союзника из мародеров. С шансом 50% призывает на помощь случайного клонированного союзника. Да? То есть он копирует союзника, и он будет на поле боя. А с какими параметрами? С такими же, как союзник? Или с уменьшенными? Неизвестно. Так, ну что, снимает блокировку лечения союзника с наибольшими потерями здоровья. Дает усиление атаки. Распространяет все положительные эффекты, действующие на этого персонажа, на одного случайного союзника из мутантов или клонированного союзника. Восстанавливает всем союзникам 500 единиц здоровья и плюс дополнительно 10% максимального здоровья этого персонажа. Нифига себе. Нифига, он и хиллер, и бомбардир, блин. 500 единиц здоровья и дополнительно еще 10% максимального здоровья. Это офигенно. Хм. Круто, я могу сказать вам, ребят. Ну что же, множитель. Так выглядит. Это у нас герои город-мутанты, протекторы, X-фактор. И как мы видим, у него 3 звезды. Первая его способность, ребята, это с двух фронтов. Наносит основной цели 100% урона. Эта атака получает 5% к урону за каждого союзного двойника. То есть он может призывать двойников. Призывает одного двойника, снимает со всех союзных двойников все отрицательные эффекты. Ребят, не знаю, как это работает, надо смотреть. Но я думаю, за счет того, что он будет вызывать двойников, мы будем, если его прокачать на боях, иметь явное преимущество. Призрак. Это у нас злодей техно-сдерживатели Пимтех. Ну, Пимтех, ребята, это у нас идет человек-муравей, оса, вот все туда идет. И, насколько я помню, это... это случайно призраком не мама ли у него была? Не помню, если честно. Так, ну что, первый у нас удар. Это наносит основной цели 60% урона и снижает шкалу скорости на 5%. Ну, такое себе. Такое себе. Накладывает на основную цель случайные отрицательные эффекты и переносит один положительный эффект, кроме провокации. Наносит основной цели 80% урона, дает 2000 дополнительной концентрации и еще 2000 дополнительной концентрации за каждого союзника с... особенностью Пимтех для этой атаки.
Ну вот, я об этом говорю, ребята. Если будет команда пимтехов, то она будет чуть ли не самой основной героиней этого танца. То есть предводитель этой команды. Так, ну что, ребята, счастливчик у нас. Это старенький персонаж, но тем не менее я открыл его только сейчас. Какой-то как бандит, ё-моё. Метание ножа, ну да, у него, смотрю, ножики, в руке нож. Так, наносит основную цель 60% урона. От этой атаки нельзя уклониться. Стандарт. Наносит всем врагам 100% урона. А, всем врагам. То есть он метает типа кунай, я понял, ребят. Тоже неплохо. И ртуть, друзья мои. Ртуть, насколько помню, это самый быстрый чувак. Я не знаю, насколько он быстрее Флэша. Не могу тебе сказать. Но у него две звезды, причем желтенькие. Значит так. Скоростной удар. Наносит основной цели 60% проникающего урона. Проводит одну дополнительную атаку. Проводит еще одну дополнительную атаку, если у основной цели есть положительный эффект. Если его нет, вместо этого проводит бонусную атаку, нанося 100% проникающего урона. Офигеть. Хочешь не хочешь, но ты получишь все равно, ребята, дополнительную атаку. Сверхзвуковой удар. Наносит основной цели 80% проникающего урона. Снимает с основной цели все заряды готовности. Вот насчет, ребята, заряда готовности, я так и не понял, что это за заряды готовности. Бывает там, знаешь, это заряд готовности берет. А что он означает, не знаю. Эта атака игнорирует усиление защиты, и ее нельзя заблокировать, от нее нельзя уклониться. Понятно. Угу. Ну вот, ребята, вот так вот у нас сегодня пополнилась команда такими вот замечательными персонажами. Теперь их надо прокачивать. Я даже не знаю, кого тут в первую очередь. Наверное, я буду прокачивать Гравитона и Гонщика, скорее всего. Ну, мне так хочется, ребят. Уж не знаю. Так, а он кто сдерживает? Подожди. Мир био-сдерживатель АИМ. Куда надо будет посмотреть, в какую команду и вообще его, ребята, лучше всего воткнуть. Ну, антивеном это понятно, это команда веномов будет. А вот куда, вот интересно, Броун у нас пойдет. Но для этого, наверное, нужна женщина-Халк, насколько я могу понимать. Он именно с ней, наверное, довольно неплохо в команде будет смотреться. Так, и хотел я, ребята, посмотреть. Опа. Ага, спасибо. И хотел я еще посмотреть, что нам нужно для следующего события, для следующего испытания. Так, подожди секунду, как оно называется? Где-то, по-моему. Ну, не здесь, по-моему. Так, требуется гром. И 4... Раз, два, три. Ну да. Либо йо-йо нам нужно искать, либо Карнака. Ну, тот и другой не ищется, к сожалению, ребят. Их невозможно найти. Ну, по крайней мере, они у меня не открыты. Так, а здесь нужно 5 персонажей со зловещей шестерки с 5 звездами. Раз, два, три. Блин. Твою налево сбилась. Раз, два, три. Ну вот, например, Гоблина еще могу попробовать найти. И Мистерио. Гоблина и Мистерио. Хорошо. Здесь. Ну, здесь, наверное, даже можно не смотреть, потому что дофигище чего. Так, тут у нас требуется 5 детей с Гортес 4 звездами. Раз, два, три, 4, 5, он сказал, да? То есть это мне нужно, скорее всего, Сильвию прокачивать. Потому что Сив вряд ли, ребята, смогу найти. Вот Сильвию. Она, по-моему, не ищется, но где-то у нее осколки, ребята, выбиваются. Не помню где, правда. И осколков нужно не так уж и много. В принципе, 14 осколков. Шанс неплохой. Ну, опять же, ребята,
пока ты это все получишь. Требуется 5 злодеев, мистиков или сдерживателей с 5 звездами. Я вижу только раз. Два, понятно. Не получится у меня здесь. Ну, про джубили я вообще пока молчу, потому что тут пимтех, персонажи со способностью пимтех с 2 звездами и выше. То есть, они мне все нужны. Мне нужен и желтый шершень, и высота. И опять же, ребята, чтобы у них были по 2 звезды. Только после этого я смогу себе призывать джубили. Здесь у нас паучьего мира с 6 звездами. Ну, понятно, ребята. Это нам пока не светит. Требуется джубили. Ну, здесь нужна джубили. Как ни крути, ребята, без нее ну, не обойтись. Так, а здесь-то что у нас? Требуется персонажи силы X с 2 звездами и выше. Сколько? То есть мне здесь не хватает боеголовки. Чтобы начать вот это вот событие, ребята, на доктора осьминога, мне нужна боеголовка. И тогда все будет окей. Ну, космический ас тут понятно, я думаю, и дурачку, что нам нужно. Стражи с 5 звездами или более. Раз, два, три, четыре. То есть можно любого прокачать, либо звездного лорда, либо енота-ракету, либо то. Кстати, опустошителя борца можно даже быстрее найти. Или даже. Кстати, у Йонду сколько? 2 из 130. Сейчас, подожди секунду, я кое-что гляну. Так, ну этого можно быстрее, мне кажется, найти. Сейчас, подожди секунду, еще посмотрим. Там со скольки звездами? С 5. Небула сразу отступает. Енота нам не найти. Грут. О, вот Грута можно, ребята, как можно быстрее найти. Ать, не хватает, я бы обновил бы, ребят. Вот, короче, друзья мои, я ставлю себе цель найти Грута. Если мы находим с тобой Грута, мы... Раз, два, три, четыре... Да, мы его прокачиваем до 5 звезды. И, соответственно, у нас будет возможность... По-моему, там сколько, я уже не помню. 130. 130 карточек получить на Звездного Лорда. А он для этой команды очень даже пригодится. Так что надо будет себе отметить Грут. Так, что у нас тут? Требуется 5 приспешников Крии с 5 звездами или более. С 5. Раз, два. А, им всем нужно 5 звезд, да, получить. Понял. Пока никак, ребята. Особенно, если вот эти вот ищутся, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, эти ищутся, кстати. Ну-ка. Эти ищутся, то в отличие... И аристократка Крит тоже, ребята, ищется. Вот так вот. Но вот этот вот. Вот этот, ребята, не ищется. И на него нужны осколки, а он очень редко выпадает. Так что пока это задание в тупике. Про железного человека, ребята, я недавно выполнил. Вот здесь вот. Вот эту вот категорию 5. Перешел на категорию 6. Требуется 4 агента щита с 6 звездами. Ну, это, конечно... Пока очень долго. С 6 звездами, ну. Пока никого нету. Здесь я чуть-чуть продвинулся. Чуть-чуть буквально, ребят. На испытание 1-3. Я завис. Но я завис, почему, ребята? Смотри, персонажи не такие мощные, да? Ну, я, наверное, сейчас покажу, продемонстрирую тебе, что там вообще за дичь происходит. Но сначала, наверное, мы соберем награды. Вообще как-то чуть-чуть бы их прокачать. Они не вытягивают мои бойцы. Это буквально капельку. Уровней бы, я не знаю, не уровней, а прокачки способностей бы им как-то вот подразвить чуть-чуть. И было бы вообще все очень даже круто. Так, ну что, давай мы с тобой, наверное, вот это откроем. 350 тысяч мало.
Ну, а здесь Килмонджер. Так, тут у нас по припасам. Опять в откат все, ребята. Капитан Америка. Ну и все, в принципе. Осколки у меня закончились. Осколки у меня закончились, и я могу только лишь... вот это вот себе докупить. Что вот прям очень сильно необходимо. Да подожди ты. Пока все. Так, здесь у нас по нолям. Здесь 460. Мне не хватает, ребята, чуть-чуть буквально, да? Я бы, наверное, Человека-паука прокачал крутого. Прокачал бы крутого. Скорее всего. Или же... ну, не знаю, пока не знаю. Не буду ничего говорить. Кого бы я там и что прокачал? Так, здесь я скуплю все эти. Зачем я это делаю? Ладно, фиг с ним. Все, да? Здесь не хватает буквально чуть-чуть. Я хочу, ребята, приобрести еще. Marvel скоро до 200. Максималка, как мы помним, 300. То есть на максималку хочу выйти. Здесь не хватает совсем чуть-чуть. Кстати, рейды. Дай-ка я загляну по рейдам, что у нас там. Угу, нормально. Ну что, поехали. Кстати, сейчас, наверное, мы с тобой и накопим как раз нужное количество, и я смогу приобрести персонажа. Ну, как ты понимаешь, я здесь играю через симуляцию, чтобы сэкономить себе кучу времени. Так, давай-ка я, наверное, на Кейбла все-таки полезу. Сделаем вот так. Дальше, ребят, не полезу, потому что... раз, два, три, четыре... да, не полезу. Раз, два, три, четыре... блин. Кто-то ведь зайдет, да, и сможет, ребята, за счет меня победить здесь. Поверь мне. Найдется ухарь. Так, и здесь, в гамме... тоже, ребята, через симуляцию. Тоже получим сейчас определенные награды. Тут чуть-чуть поменьше, во-первых. Потому что, ну, слабый уровень открыт. Так, давай здесь бомбанем. Мне непонятно, почему у нас на битве альянсов стоит защита. Вот этого я, ребят, не понял. Я на атаке так круто там бомбашил. Кстати, в этом сезоне я выиграл. Я был лучшим на войне. Так, все, мы здесь отыграли, друзья, и... и что я хотел? А, все, припасы, да? Вот, смотри. Мы можем взять енота. Можем взять Тора. Килмонджера, ну я не знаю, стоит ли. Вот, вот, друзья мои, кто мне нужен. Вот. Боеголовка мне нужна. Но, к сожалению, пока не хватит. Мне буквально 4 не хватает, прикинь. Только я ее открываю, у нас будет с тобой доступно событие. Блин. Черт, ты ничего не сделаешь, да? К сожалению, пока больше ничего тут не сделаешь. Так, ладно, зайдем в персонажи, давай посмотрим. Наши основные персонажи, которые участвуют в рейде, это, друзья мои, следующие. Это Железный Человек, это Зимний Солдат, это, естественно, Пустельга и Капитан Америка.
Ну и где же вы? Так, они где-то все наверху. Я их уже там до 50-60 уровня. Вот, Капитан Америка, но на него, как мы видим, ничего найти не сможем, да? Точнее, мы можем найти, но у нас энергии, ребят. Да. Хотя, погоди-ка, мы же можем вроде бы... 52, да? Ну, есть. Одну штуку мы создали. Ну, тем не менее, все равно, ребята, броня, там все это, выносливость, все повышается. То есть вот у нас получается Капитан Америка, Зимний солдат, Спасительница там у нас идет, Железный человек и Пустелька, которая непонятно. О, подожди-ка. И Пустелька, которая куда-то у нас делась. Вот она. Ей нужно всего один, ребят, найти. Блин, документы. Документы вот эти вот и все, что ли? Ага, один, 4 документа надо. Да, к сожалению. Но эта тренировка нам ничего не даст, да? Мне лучше и выгоднее, ребята, прокачать кого-нибудь из новобранцев. Тогда получается. Друзья, напишите мне в комментах, если, конечно, кто-то шарит в этой игре, то кого лучше прокачивать здесь? Вот из новых персонажей, которых я открыл. Мне почему-то кажется, что Гравитон очень даже неплохой. Я, правда, не помню, с кем он там в команде может показывать наилучший результат. Ну, а теперь смотри, что я хотел... Так. Угу. Тратим энергию и за 8. Кстати, по энергии и за 8 тоже надо. Сейчас, секунду. Так, у Пустельги смотрим. Так, так, так. У нее тут по 3, все нормально у нее. Здесь 3, 3. Тут тоже нормально. Зимний солдат. Вот, у солдата, у зимнего вот это надо найти. Отлично. Объединяем. Вкачиваем до 3-й ступени. Дает 25% крону от бонусной атаки Иза и плюс 20, и плюс 5 крону. Так, отлично. Но самый основной все-таки, ребята, здесь идет Капитан Америка. Он как бы... Двигатель прогресса. Нам нужно вот это вот. Так, подожди. Да ты серьезно? Пипец. Он даже не подумал мне найти. Вот уж лепки, а. Специально сделали. Кстати, Минерва, ребята, у меня получила звезду. Как ты видишь, она была трехзвездочной, стала четырехзвездочной. Такс. Ну, получается, пока все. Вот надо вот только Пустельги где-то найти. Вот эти вот документы. И было бы вообще все великолепно. Мы бы ей прокачали бы еще на один уровень снаряжения. А один уровень снаряжения, ребята, это очень даже круто, если честно. Что тут у нас? Ага. 500 тысяч. 500 тысяч. Блин, ребята, если мы с вами дойдем до сюда, то мы получим еще одну звезду на нашего железного человека. Это будет 4 звезды. Ух. Через 2 часа 36 минут обновятся задания.
Так, рейды посмотрели, это посмотрели, в компании все посмотрели. Ну что, ребят, тогда нам придется идти и показывать вам, что там происходит. Почему я не могу пройти? Ну, я думаю, что, наверное, каждый уже понял, что просто на самом деле слабоваты мои бойцы здесь. Просто слабоваты. Вот смотри внимательно. Вот она, команда моя. Первые три волны, которые будут идти. Первые две волны, которые на нас будут идти, я разбираю, в принципе, без проблем, ребят. Но вот дальше начинается она просто какая-то дичь. Такс, ну давай, наверное, начнем вот с этого. Поехали. Акуя мне пока не нужна. Мне, наверное, на могучий Тор. Так, сделаем. Так. Усиление защиты, она тут пляшет, не на роликах. Смотри на нее, а. Замедляху на нас повесили, на нашу команду. Ну, конечно, самый трэш будет на последней волне. Их там просто, они, ребята, заполонят все. Просто все заполонят там. Смотри, их тут уже сколько. Так, подожди, мне нужен могучий Тор. А почему могучий Тор не упал, а? С пониженной-то защитой. Теперь давай вот этого ханыгу. Молодец, танцульку эту надо было сразу грохнуть. Ай-яй-яй. У нас беда, ребята. Беда зак... Вот, барьер. Кстати, вот это вот тоже очень мощно, ребята, бомбит. Смотри, 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 смотри. Че он вытворяет, а? Шури, Шури это бафер, друзья мои. Ее бы... Блин, сейчас железного человека завалят. А если его завалят, я не смогу делать способность. Вместе с пустельгой, ребята, там способность должна быть. Раз, два, три, четыре, пять. А это последний боец, да, получается у нас? Все, Капитан Америка. Вот эта вот охламонка, ты видел, что она вытворяет? Ну все, все, посыпался мой отряд, короче. Сейчас хиллера еще завалят, и все. Как-то вот так. А этому пофиг, блин. Фантомексу этому. Вот, ребята. И вот на этой вот волне. На последней. Вот эта вот охламонка что-то уж больно круто там начала бомбить. Просто начала одного за другим вырубать. Как ее там, Нарака, или как ее там величать? Не могу, мне кажется, вот нужно еще чуть-чуть, ну там буквально вот
пару каких-то усилений, и я смогу пробить. Единственное, что это событие заканчивается через сколько? Ну, сейчас глянем, ребят. Через один... Ну, в принципе, 11 дней еще есть. Я думаю, что успею прокачать и дать им достойный, так скажем, отпор. Ну что, ребятушки, на сегодня я, пожалуй, буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!